Перед концертом участники фестиваля дали пресс-конференцию. Основатель и гитарист группы Queen, а теперь инициатор фестиваля Брайан Мэй, сказал, что они всегда мечтали приехать в Россию, но слишком много было препятствий. Музыканты поделились впечатлениями о своем визите в северную столицу и были приятно удивлены теплым приемом питерской публики. На вопрос, почему столь известные и вместе с тем столь разные музыканты объединились в один коллектив, они в один голос заявили, что Брайан Мэй их просто попросил, а он им всем просто очень нравится. Для тех, кому интересна дальнейшая судьба участников Queen, Брайан Мэй поведал, что барабанщик Роджер Тейлор продолжает заниматься музыкой. Что касается бас-гитариста Джона Дикона, то он всецело поглощен семьей. По словам Брайана, было бы не совсем правильно приглашать их играть вместе после смерти Фредди Меркьюри. Нынешний состав коллектива будет продолжать работать и после фестиваля. Сам фестиваль им хотелось бы посвятить не только лидеру Queen, но и всем тем, кто умер от чумы 20 века. Такое мероприятие организовано впервые, и будет ли иметь продолжение, пока неизвестно. Queen во все времена своего существования сотрудничала с разными группами. Работа с Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, творческие поиски и эксперименты с Дэвидом Боуи, Майклом Джексоном. Успешным стал дуэт Фредди Меркьюри с оперной певицей Монсеррат Кабалье. В этот раз Брайан играет с теми, кому дорог старый добрый рок-н-ролл. Привет, Москва! Видимо, 30-летний стаж на сцене не помешал Брайану Мэю все так же уверенно отправляться в турне и собирать стадионы восторженных поклонников, среди которых и те, кто вырос на этой музыке, и те, кто открывает ее лишь сейчас. А самым лучшим опровержением на слова, что рок-н-ролл мертв, послужит реакция зрителя.